думать, как решиться встретиться с тобой. Раньше я не мог бы подумать, как мне обрести души покой. Мне друзья советуют решиться, просто подойти, заговорить. Я пытаюсь к этому стремиться и о чем-то все-таки спросить. Только видно, не случайно ты проходишь стороной, ты меня не замечаешь, ты все время не со мной. И какой же мне придумать повод и о чем с тобой поговорить? Я к вам один простой вопрос.